поздравить. Настоящим праздником. Хорошего настроения, хорошего дня. Спасибо большое. Очень неожиданно и приятно. На центральной улице города почтовый праздничное настроение. Сотрудники полиции дарят девушкам цветы в преддверии Международного женского дня. Самое важное в данном мероприятии – это подарить хорошее настроение вот, женщинам, девушкам, подарить им улыбки на сегодняшний день. Дмитрий Левкин работает участковым уполномоченным уже 2 года. В обычное время он вместе с коллегой на дежурстве. А вот сейчас никакой бумажной рутины. Сплошь удовольствие. Дарить женщинам хорошее настроение. Хорошего настроения. Спасибо. Акция к 8 марта в региональном ОМВД уже стала традиционной. В городе цветы девушкам преподносят участковые уполномоченные. В области представители других структур. Главное в этот день – радость и улыбки. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».